Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сложить детскую игровую палатку в волшебный домик. У нас палатка квадратная, она имеет 4 стороны. Для начала мы возьмем одну из сторон, можете выбрать любую, и просто закладываем ее внутрь, вот таким образом. Палатка сложилась напополам. Края палатки можете заложить по желанию также внутрь, если они вам мешают. Затем берем снизу и сверху, закладываем вот такой вот восьмерочкой. Складываем, и она по инерции сама складывается, как пружинка. В принципе, все очень легко и просто складывается, без лишних усилий. Вот палатка уже сложена, готова. И теперь точно так же возьмем и разложим ее. Как видите, все очень просто, складывается, раскладывается в доли секунды. Может разложить и сложить любой, если приноровиться. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео оказалось кому-то полезным. И на этом буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч!